Ну чё? Ну чё, я не знаю, чё. Нет людей? Вроде нет. Летели они. Ну тут ничего нету, лут. Там оружие тебе ставил парочку. Спасибо. Пойдет, наверное, пока. Не, мне это пойдет, а вам-то, у вас есть чё? Я М16 взял. А. Да, я что-то нашел тоже нормально. Бля, у меня плохая болезнь. Нет, жаль, что-нибудь еще. Я всегда только я беру. Два калаша есть. Патроны есть на пятерочке? Ну, пятерочек. У меня 46 штук. Пятерочка выручает. Ребят, минка есть? Нет, к сожалению. Ни у кого нет мины? А все, вы уже убегаете, да? У меня нет. Да. Но мы вроде залутались. Минка. Игорь, бери. О, тут еще Скар. Патроны не забудь взять. Не, мне дофига патрончик. Возьмите его, пригодится. Так, ну вижу челиков, но как бы далеко. Мы пойдем? Не-не-не. Ну, нам надо лутаться, да. Я лутаюсь, я броню беру, у меня нет. Сейчас. Блин, Игорь, тут не для минки. Пойдемте дальше. О, течечка. О, тут дверь закрыта. Кто-нибудь был вообще? Шесть домов. Да, шесть домов. Пуст. Сзади. Это или... А, вон, в бункере, бот! Бот? Точно? В бункере, в бот, точно говорю. Где его, да? Давайте, запоминайте его ник. А, это бот! Давайте, убейте его. Я хочу... Где бункер-то, ё-моё? Ну не бункер, блин, откуда мы прибежали? Бингомист и убил... Нормальный ник. Бля. Это бот. Да это бот. Да ладно. Это бот, точно. Да, конечно. Ну ладно, хуй с ним. Как он тут оказался, ребят? Так, а, это ты убил бота, бля. Карс, да. Да они спавнятся, реально, Игорь сказал, наверное. Они реально, вот. Походу, спавнятся. Там чувак, вижу чувака. Такое наши говно, дома. Если реально спавнится, бля. Слышите, чувак в наши дома бежит. Ну, пойдем, да, вот к тем шести домам, пойдем. Да. Все, справа от тебя, Игорь, справа от тебя. Где Игорь, подождите? Бот, вот, забудка. Игорь, погоди меня на текст.